Вот тут-то земля, там подвал. Джованни, заходись. Джованни где-то летает снаружи. Не можем, да. Вот ищет. Просто АФК что-то все. Джованни заходит в Дискорд. У меня, короче, 4 часа, если я с БГ ливаю, у меня 4, я не знаю, больше не ливаю пока. 4 часа? Да. Я вчера с Интрака ливанул и ушел. Я не знаю, я парень с кем-нибудь хочу, с хорошим этим ДЦ, да не с холиком лучше, конечно. Он же сказал, Джованни заходит в Дискорд и пропал. Да зашел он в Дискорд уже. 1000 лет назад, вон он зашел. Значит, еще раз. Ребята, смотрим, открываем рейд. Первая группа в свету, вторая во тьме. Начинает и тончит тьму до конца микстурка. Во тьме дамажит ФДК и Роми. Хилят тьму Скифон и этот. Шаври. Холипал. В свету танчит Дыгдымыч, агро, ШП и я дамажим и хилит Квилет. Значит, Джованни, ты слышишь меня? Поставь плюсик. Агро, слышишь меня? Поставь плюсик. Да-да-да, поставь. Ставьте там что-то, я не знаю. Всем привет! А, привет. Я это, сорян, привет. У меня другой чат включил. Так, Джованни, у тебя есть фреймы рейда? Хотя вы все в одной группе. Агро, у тебя есть фреймы рейда? Ты можешь подиспелить снятием проклятия с людей метки, чтобы Холипал не отвлекался? Только не забудь, это очень важно. Вот, подиспелишь. А если... Ну, от вас требуется игра в команде. Если Холипал не захиливает танка или метку, помогаем, приз кидает обновление, щиток, или можете быстрым исцелением похилить. Друид то же самое, покровительством сова похилишь. Ну, то есть, если увидите, что пал будет рыгать Холипал. Вот, ну, там, соответственно, я думаю, нормально должно быть. Метка, точнее, частица будет на танке. Танк должен... Ну, если будет пробивать танка, то тут нечего делать. Есть еще... Первые две фазы все знают. Да, ты в свету не заходишь, остаешься в свету с протопалом. Значит, первые две фазы все знают. Там лезвие, один луч будет. Все очень просто. На третьей фазе самое важное, что нужно понять, это материальность. Она меняется каждые 5 секунд. В том мире, где больше дамага, Холион начинает получать меньше и что... начинает получать меньше и бить меньше. А в другом мире, в котором меньше дамага по боссу идет, он начинает получать больше урона и бить больше по танку. Чтобы не было вайпа, нельзя допускать 70 и 30%. Есть особенность такая, что проценты, которые сверху экрана, они показываются для тьмы и для света, то есть одно и то же показывается. Но баф совершенно по-другому на Холионе обозначается. Если во тьме вы видите 40%, то нужно продолжать бить. Если в свету вы видите 40%, то нужно стопать. Если во тьме видите 60%, то нужно стопать. Если в свету 60, то нужно бить. Вот эту штуку должны запомнить те, кто во тьме, и те, кто в свету дамажит. Это очень важная особенность. Ой, а кто тьму-то нам будет диспелить? Холипал? Или Эрдру? Эрдру, конечно. Скифон, ты умеешь диспелить без проблем? Вот, красава. Теперь ну, что, чек... тьма. Давай, будет друид диспелить. А паладин не отвлекайся, старайся захиливать танк. Ну там, в принципе, танк жирный. Хорошо. Принимаем вот, готовность. Дать мне, пожалуйста, 3D мет. А чё вы дали мне крест? А где сейчас кулак-то? Дайте кулак, Вару. Ты вообще по себе бы дал бы, Дым-Дымыч? Прото по себе бы дал.
и всем бы раздал бы прото. А два хулипала бы раздали кулаки, кресты, монореги. Вот на вот этой метке, подъезжая к ней, типа на коне, нажимаешь этот самый таунт, и все ЛП и так далее, тогда босс должен в центре оставаться. Но типа не раньше нее, типа как если не доехал кружка, то и будешь что-то нажимать, босс просто на тебя побежит, очень много будет прибегать. Еще раз чек на пул, что вы там, каски, не каски. Все. Поставь мне и с другой стороны. Турка, помнишь же, да, как чтобы в серединке он всегда был? Да. Красиво и так стоял. Главное, поставьте вот эти 3D метки ориентир, так как... А-а-а. Ну все, давай. Я дитё БК. Это не смешно. ФДКшник, ты тут? Чё-то не принимает, ну-ка еще раз. Он дошёл. Да вы чё? Ты чё, Дым-Дымыч? Так чё, он усагрился на меня рядом с этой хуйней шо? А ты как вышел? Ну, уйдите из круга, уйдите из круга, чё вы делаете? А чё он тебя не убил-то, почему ты остался жив? Чё, где нас ФДК-то? О, двинулся. Так, босс появится там, нет? ФДК, ты-то понял, что ты во тьме? Все поняли, чек на пул. Приготовьтесь. Подходим за линию, танк начинай. Начинать? Да. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Захиливаемся. Небеса в огне. Побежать. Ты говоришь, знаешь, что делать? Агро, поднимай друида. Каску обновить. Не диспель так, чтобы люди отлетали. Жди, пока до стенки человек отойдет хотя бы. Он сам себя, скорее всего, так диспелил. Друид, в морде не бегай, ну проходи через... Ну там уже стой. ДК заходит. Ждете лишь страдания. Входите. Заходим. Если посмеете. Звездочку ставь. Я сейчас кнопку нажимаю, поэтому не знаю, как я тебе скажу. Шарики, смотри визуально, где они сейчас. Будешь... Нормально стоит, нормально. Да, ты будешь идти за лезвие. Вот, отлично, двигаемся. Под морду не забегайте, Клифф убьет. Кто там стоит? Тебя Клифф бьет. Холи пал. Вы что, не видите звезду? Я ставлю метку для вас. Дракона нельзя стоять в хвосте и под мордой. Лезвие смотрим, 2 секунды. Двигайтесь. Диспель меня. С
все отлично. Первая пати скоро будет фаза. Готовимся выходить, смотрим портал. Вышли в портал. Выношу. Избегай, хпал. Избегай по другим. Тьма, стоп. Даже танк. Танк не бей. Ковыряй потихоньку танк. Два шага назад впался. Не свет притормозили. Свет стопанули полностью. Стопанули. Выноси метку с Джованни, что стоишь. Из полев. Будет 50, будем бить свет. Никто не падает, всех захиливаем. 50 бьем. Впал чуть назад, чтобы метеор, да, не упал под фрейм. Пошли. Перебегать. Там помогает диспелить время. Так что бегите. Тьма, потихоньку. Бьем. Ну вы знаете, я не буду вам говорить. Притормозили. Реливает, да? Чего? Уже время, да? Свет стопанули, не бьем, 30%. Да наоборот, свет должен. Да тьма должна, а нет, блядь, не спорь со мной. Теперь бей. Перебежал. Из огня выйди. Захил танка, быстрее, быстрее захил танка, сова, помоги. Служи, служи, сова. Сова, выйди, служи, сова, выйди, служи. Стопанули свет. 40 у вас. Баф прочитайте на боссе, потом будете спорить. Беги, малышка, беги. Или спорь сразу. Бьем. 60 бьем. Свет бьем, тьма бьем, все бьем. Свет притормозили. Тьма сильнее. Джованни, выходи с лужи. Выбегай, это самое. Все бьют. Только никто не падайте и убьем. Свет стопанули, стопанули. Притормозили, покурили. 5 секунд всего лишь. 50 бьем. Все, можно бить. 60 бьем, отлично. Билет, выноси, выноси БЗ. ПДК, вынеси. Выноси, кто там в тьме. Перебегай. Паладин не сдохни в луже в огне. Свет стопанули. Лям, никто не тупит. Лужа, лужа, лужа. Реал. Вышли с лужи. Стоим аккуратно, под морду не заходи. Свет стопанули. Приста захил. Приста захил. А еще босс отхиливается, урод. Бьем. Свет. Блин, выноси. Бьем. Джованни, метка, Джованни, метка, Джованни, метка, Джованни, метка. Бьемся. Все, это победа. Даю сакру финальное, вы перебегаете, Хлёна довольны, прист умрет, нет, не умрет, молодец, прыгнул. Все, Хлён поверх. Вот и все, вообще классно, такая эпическая победа. Все, о, вот Хлеон, мои тапочки хочу. Тапочки. А что, какие тапочки? Забирай, вот у меня. У тебя есть крафтовые, да? Да, забирай. Всем спасибо. Всех поздравляю. Спасибо тебе. Все, всем спасибо, да, реально круто. Ребят, пара замечаний. Вообще же нормально, да? Выходите, выходите с лужи, служи, выходите. И не тупите с метками. Квест сдайте. У кого был квест на Хлеона, сдайте квест наверху у краса. Точно, да.
кроссовки взял. Кроссовки. Кроссовки. Нормальные тапки Войт. А бот или Войт? Войт выиграл. И отказался. Мне у меня 226-е там какие-то. Забирать, выбирай, конечно, там 258-е вроде. Слышь, Войт, вчера, короче, были в этом, в Зулмане, там башка вот эта вот, тоже такая же, как с леди, с нормы, падает. И только слот синий. Не красный, а синий слот.